Всем привет! Давайте разберем эту песню. Итак, аккорда всего три. Мы ставим каподастр на третьем ладу. У нас будут аккорды G, EM и HM. Итак, поехали. Ставим мы аккорд G чуть-чуть нестандартно. Смотрите, как мы его зажимаем. Либо его полностью вот так зажать, но это очень сложно. Либо вот так можно зажать, не используя большой палец. То есть мы что должны зажать? На первой струне 5-й лад, на второй струне 6-й лад и на шестой струне тоже 6-й лад. Соответственно, можно так либо зажать, либо вот я использую большой палец. Ну, тут уже смотрите, как легче. То есть то же самое, просто вместо того, чтобы вот так ставить, можно вот так поставить. В самом начале мы играем такой бой. Итак, дергаем вместе шестую, вторую, первую. И потом просто бьем вниз. Вот, получается вот так. Теперь зажимаем ЕМ. На пятой и четвертой струне у нас будет пятый лад. И на первой струне шестой лад. Дергаем вместе шестую, вторую и первую. И потом три раза бьем вниз. Теперь на первой струне зажимаем пятый лад. Играем шестую, вторую, первую вместе. И также три раза вниз бьем. То есть, если склеить две части, получается вот так. Но если склеить два аккорда, то вот так. Ставим теперь HM. Это будет барре на пятом ладу. На второй струне будет у нас шестой лад. На третьей, четвертой струне седьмой лад. Тут мы дергаем пятую, третью и вторую вместе. И потом бьем вниз. Раз. Получается 8 раз, по-моему. А, нет, всего 8. То есть вниз мы дергаем и 7 раз бьем вниз. И так мы играем 2 раза. А, нет, смотрите, второй раз мы в конце зажимаем на... Вот играем, да? И самый последний удар, мы когда вниз бьем, мы на первой струне, вот мизинец отрываем, и на первой струне зажимаем 8-й лад. И один раз бьем вниз. И начинаем заново. Потом, когда начинается припев, мы уже играем вот так. Итак, давайте разбираться. Тут уже, смотрите, вот сложно будет вот так. То есть, если вы вот так зажимаете небольшим пальцем, то придется мизинцем сюда залазить. Ну, в принципе, реально. Можно и так сыграть. Итак, что мы тут играем? Шестую и вторую, ну, поставили тот же G, который у нас был в самом начале. Играем шестую и первую вместе, потом вторую струну. Вторую струну я настолько сильно дергаю, что у меня еще и третья, и четвертая задевается. То есть, ну, очень сильно дергаем. Потом бьем вниз. То есть получается вот так. Потом дергаем опять вторую струну. Вот если склеить, получается уже вот так. Теперь опять играем шестую и первую вместе. Дергаем вторую струну. Опять бьем вниз. И теперь на первой струне зажимаем шестой лад. И играем шестую и первую вместе. Вот если все склеить, выходит вот так. Дайте
еще раз помедленнее. То есть шестую, первую, вторую, вниз, вторую, шестую, первую, вторую, вниз, на первой струне шестой лад, шестую, первую. Вот, получается вот так. Теперь мы играем то же самое, только меняем аккорды. Ставим ЕМ. Это будет на пятой и четвертой струне пятый лад. На первой струне зажимаем пятый лад. И на второй струне зажимаем шестой лад. И играем все то же самое. И также в конце зажимаем на первой струне шестой лад. То есть этот мизинец чуть-чуть опускаем, и получается мини-баре мизинца на первой и второй струне. Если два аккорда склеить, получается вот так. Теперь ставим HM. Это будет... Ну, уже мы его уже ставили. Играем то же самое, только вместо шестой струны играем пятую. И также в конце зажимаем шестой лад. Я вот как это делаю. Я безымянный приподнимаюсь с четвертой струны и... иду им ставить на первой струне шестой лад. Потом возвращаем его. И тут, смотрите, тут концовка чуть-чуть меняется. Вот до этого момента. Ну, вообще, вот два раза, да, играем одно и то же. То есть, вот, давайте один раз сыграем. Это один раз. Теперь то же самое играем. И до этого момента вот мы доиграли, когда шестая и пятая вместе, вторая отдельно. Теперь на первой струне зажимаем восьмой лад. И играем пятую и первую, ну, на первый восьмой лад. И потом на первой струне седьмой лад. То есть это можно вот так сделать, мизинцем зажать, а потом безымянным. И начать заново. Соответственно, мы играем по EPF, можешь также в проигрыш сыграть, ну, можно в проигрыш, я вот там чуть-чуть по-другому сыграл. Ну, это просто аккорды, то есть я поставил G и дернул шестую и вторую вместе, а потом вторую открытую. То есть получается вот так, а в EM шестую и третью. А потом просто обычный бой вниз, так... Дергаем вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И тут, соответственно, начинается куплет. Куплет мы можем как сыграть? Как самое начало песни, только не вниз бить, а играть уже шестеркой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. То есть, получается, мы... Первый низ дергаем вместе струну, вот поставили G, играем шестую, вторую, первую вместе, это уже считается за первый низ. Потом играем, соответственно, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Ставим ЕМ на первой струне шестой лад, играем шестую, вторую, первую вместе, вниз, вверх. Теперь на первой струне пятый лад, играем шестую, вторую, первую, вниз, вверх. Получается вот так. Вот если два аккорда склеить, получается вот так. HM, соответственно, мы просто играем пятую, третью, вторую вместе, вниз-вверх, вверх-вниз-вверх. И так два раза. И заново. В целом, вот вся песня. Всем спасибо. Пишите, что еще подобрать. Всем пока.